Слава молодежи! Поздравить юных, в том числе душой, курян с праздником, в наш город приедет известная поп-исполнительница Слава. Чем еще порадует День молодежи, журналистам рассказали в мэрии. Тематические мероприятия проходят всю неделю, но основные зрелища ждут курян в субботу, 30 июня, на Красной площади. Выступления творческих коллективов, награждение лучших представителей молодежи. Приглашенной звездой вечера станет популярная певица Слава. Ее главный хит под залпы салюта наверняка станет кульминацией праздника. Инициативных девушек и юношей ждут на образовательном пикнике «Зона газона». Площадка «Диалог на равных» соберет желающих пообщаться с заместителем губернатора Людмилой Гребеньковой. Всю неравнодушную молодежь мы приглашаем к участию в данном мероприятии. Вам стоит всего лишь пройти регистрацию в системе АИС «Молодежь России» и прийти либо послушать интересные вопросы, которые будут звучать от представителей нашей молодежи, либо, если у вас вопрос, есть какой-то как раз к представителю высшей власти, исполнительной власти нашего региона, сформулировать и услышать на него ответ. Обращаю внимание, что 30 июня с 18 до 22.30 будет закрыто движение по Красной площади от Урицкого до Почтовой. В помощь автомобилистам улица Радищева. По ней же будет ходить и весь общественный транспорт. Но блюстители правопорядка советуют не брать на праздник больших сумок, острых предметов и напитков в стеклянной таре.